Мистер Мид, комната ужасов, это жуткий хоррор-триллер, и ты станешь главным героем этого ужаса. Это одна из тех игр, от которой мурашки начинают бежать по телу, когда ты начинаешь играть. Главный злодей игры – толстый и кровожадный мясник, который развлекается похищением и убийством девушек, но перед смертью он держит их в заточении и мучает. Вероятно, раньше у него была семья, но потом он ее потерял. После этого он пытался воскресить их в своей лаборатории путем научных опытов, превращая свиней в людей. Да, добродушный мясник превратился в безжалостного маньяка и стал убивать всех подряд. В его доме погибли десятки человек. Хоть ты и не супергерой, а обычный человек, но тебе придется помочь жертвам этого монстра выжить и сбежать отсюда. Оказавшись внутри дома этого странного палача, важно внимательно следить за всем вокруг себя, и единственный способ выжить в его доме – стать хитрее и умнее. Обезумевшего маньяка не так просто остановить. Он появляется в неожиданных местах и приносит с собой смерть и сеет страх. Поэтому быть начеку и оставаться организованным очень важно. Если вы не хотите, чтобы мясник вместо свиньи съел вас, а вот чувство страха и острых ощущений будет вас не покидать на протяжении всей игры. Для максимально атмосферного погружения в игру рекомендую запустить ее после 12 ночи и использовать наушники. Кирпичики в штанах вам гарантированы. А вот действовать в игре нужно максимально тихо, чтобы это чудище не услышало ни малейшего звука, иначе тебе не сдобровать. Ищи скрытые двери и помещения, где мистер Мид мог держать заложницу. Чтобы открыть тайные проходы, придется пораскинуть мозгами и решить интересные головоломки. Атмосфера этой игры очень мрачная и темная, и ты действительно чувствуешь себя в фильме ужасов в роли жертвы. Если у вас чувствительное сердце, вам лучше держаться подальше от этой игры, потому что вы от страха можете коньки откинуть. Но если вам нравятся хорошие игры ужасов, этот зомби-психопат ждет вас в своем жутком доме. Если понравилось видео, поставь жирный лайк, а если видео наберет 200 лайков, я сниму прохождение игры Мистер Мид. Хотя меня уже просит снять прохождение данной игры мой любимый подписчик Юрий Каюдин. И даже иногда обижается на меня. Прохождение будет после 200 лайков. И да, поддержите Юрия Каюдина в его творчестве. С вами был канал Я Геймер. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. Всем удачи и успехов!